Сложно говорить что-либо про чемпионат мира 2018 года. Почему? Потому что пока это все очень далеко. Очень бы хотелось, чтобы Россия все-таки приняла этот чемпионат красиво, достойно, на уровне других государств. В общем, так, как они сделали Сочи 2014. Я думаю, что к нам приедет очень много поклонников футбола. И с экономической точки зрения вам будет это очень интересно.